Всем здоровушки, ребятушки, с вами Just Джекушка, и мы продолжаем с вами играть в игру под названием The Walking Dead The Final Season. И я очень сильно надеюсь, что игра не закончится вот-вот, точнее, эпизод не закончится, вот-вот началась серия. Вот. Как-то так. Я надеюсь, я понятно свою мысль изложил. Короче, я надеюсь, что серия не продлится минут 10, а она будет гораздо дольше. Да, у вас хорошие картинки. Это мы уже прошли. Да, я загрузился. Извиняюсь, что так долго серия выходила. Просто особо сильно времени у меня не было свободного. Занимался там своими делами, всякими разными штуками. Думаю, мы задуем сейчас свечку и уже посмотрим, что у нас будет дальше. Отправиться спать. И сейчас что-нибудь произойдет. Я вот тебе прям гарантирую. Спокойной ночи, крепко спи, ходячим руку не давай. Сразу убегай. Ну уже скажи, как правильно, хоть разок. Бэнг! Отличная работа. И спасибо. Ну хоть на кровати у нас спит. Какие-то звуки не очень. Чего-то кто-то там уже обсуждает. Скорее всего, это та стерва, которая нами недовольна, да? Чё это такое? Тихо. Так, ну-ка пойдем-ка проверим-ка. Это ночь? Так, сейчас что-то будет. Сейчас начнется. Сейчас будет мясо. Какого хера? Через трубу слышны голоса. Думаю, кто-то попал в беду. Это мы? Не-не-не-не-не. Но пока нам ничего не грозит. Если там монстр, надо его убить. Не похоже на то. Пистолет при тебе? Я сейчас вернусь. Stay safe. Не шали. А мне кажется, что сейчас мелкий кого-то, сука, пристрелит из этой общины. Okay? Ты в порядке? Похоже на ссору. Не волнуйся, я выясню, в чем дело. Я знаю. Вот мне что не нравится, что он здесь будет совсем один, и что он накосячит, это 100 пудов. Вот я вам прям отвечаю. Вот он прям накосячит, вот прям конкретно, прям... Я что-то жопой прям чувствую, сейчас что-то будет. Он, в принципе, как бы с самого начала, да, косячит, он там одну укусил, второго по яйцам ударил, там все дела. Чую, сейчас кто-то без предупреждения войдет, блин, и что-то... Не знаю, не, может быть, не войдет, конечно. Идите на шум. Пойдем. Может быть, там что-то интересное. Немного дальше. Basement. Подвал. Так, в подвале что-то, да? Откуда она знает, что это дверь подвала? А что, мне разве не была? Ну да, он двухсторонний. Не взломать. Надо найти другой путь в подвал. Дверь подвала во дворе. Так, ну-ка давай. Ну-ка. Что-то они там ссорятся, конечно. Скорее всего, по поводу того, что вот, ну, мы пришли и накосячили. Хотя я... Не чувствую, что мы накосячили. Мы, наоборот, красавы. Мы все сделали вообще как могли. Этот петух, который был взрослым, он, скорее всего, бы дальше и приходил, и обворовывал бедных вот этих пацанят, девчат и тому подобное, потому что он уже нашел это место. Вот, и что-то мне подсказывает, он бы возвращался постоянно туда и обворовывал бы их и дальше. Возможно, эта стервоза, которая нервная, она что-то не договаривает. Найдите дверь подвала. Так, это что? Взять кирпич.
Давай возьмем. Кирпич тяжелый. Хорошо. Тяжелый кирпич — это хорошо. На всякий случай его взять надо. Так, смотрим, что еще. Вон там что-то еще есть. А, здесь больше ничего нет. Скорее всего, где-то там. Вот подвал. Так, это что? А, это песик. Это Рози. Рози. А, не-не. Нервничает собачка. Скорее всего, куда-то туда нам нужно идти, потому что здесь... А не, вон, смотри, что-то показывается. Что-то есть. А, вот он, подвал. Все, понял. Иди нахуй, там что-то... Че субтитры не показываются? Там же, в принципе, что-то... Ну, типа, понятно, что ссора. Сыкло долбанное. Эй, эй! Мы тут вдвоем замешаны. Не смей на меня одного все валить. Хреновая идея, конечно. Потому что это слышно. Это вообще ни хрена не беспалево. Это вообще не беспалево. Это даже палево, я бы сказал. Такие удары эхом, которые разносятся по подвалу. Это... Да они по-любому услышали, слышь. Да это вообще такое не... Это, ты чё, они должны быть вообще глухими идиотами. Имбецилами конченными, чтобы не услышать такие удары. Вроде мы даже не знаем наверняка, кто это был. Она еще сказала, что его укусили, а значит, ему сейчас не до нас. Ты знаешь, что он действует не один. Эти ублюдки вернулись, и скоро они нас найдут, ты об этом знаешь. Я ни хрена не знаю. И ты тоже. Чтоб тебе, Броди, держи себя в руках. Снова ты заводишься, накручиваешь себя. И что ты предлагаешь мне сделать? Да ты меня накручиваешь. Нужно рассказать другим о том, что ты сделал. Кто здесь? Покажись. Клем. Вы что тут делаете? Ну-ка, в темноте. Броди, я просто говорили. Иди поспи немного. Не похоже на просто болтовню. Это не похоже на вежливую беседу. О чем вы спорите? Это тебя не касается. Возвращайся в спальню. Блять, на своем будем стоять. Человек, которого ты выстрелил, мы пересеклись с ним. Броди. Не слушай ее, Клем, она не в себе. Не бойся, Броди. Не бойся, Броди, говори, что ты хотел сказать. Что значит пересекались? Марлон позволил им забрать близняшек. Черт, Броди. Сестер Тена? Разве их не убили ходячие? Так мы всем рассказывали. Заткнись! Так как Марлон... Заткнись, я сказал! Чё ты сказал? Про мою маму? Твою маму. Блять, мне жаль. Ёбаный в рот, ты чё натворил? О, блять, прости, прости. Ты будешь в порядке, я обещаю. Чё стоишь, помоги, блять! Что мне делать? Ей не пережить такой удар. Ты слишком сильно ее ударил. Ей не выжить. Да заткнись, блядь. Давай, Броди, мы все исправим. Ты будешь в порядке. Блядь, я же говорила. Просто побудь с ней. Тут где-то должна быть аптечка, так? Сейчас он на нас все сопрет. Аптечка первой помощи? Броди, это я, Клем. Просто не двигайся. Кто? Я не вижу. Помнишь, Клементина? Клем, ты в опасности. Ты и Эй-Джей. Что за опасность? Марлон убьет меня, если скажу. Он боится, а когда он боится, он начинает злиться. Я разберусь с Марлоном, обещаю тебе. Да, ты сможешь. Ты сильная. А он нет. Если те рейдеры вернутся,
Марлон сказал, что отдаст вас. Блять, я же говорил, отдаст нас. Чтобы они ушли. Так же, как позволил забрать сестер Тена. Броди. Ёбаный пиздос, твою ж мать, нахуй нам пизда. Сейчас ему надо ебало быстро колотить. Нет, что мне делать? Она обратится. Марлон! Он сейчас закроет дверь. И мне не верится. Марлон, сукин сын, что ты делаешь? Прости. Я не могу позволить тебе все рассказать. Твою мать! Марлон, кто-нибудь! Эй, Джей! А, тут выемка. Если найти что-нибудь тонкое и протиснуть туда, то я смогу поднять щеколду. Бля, какая-то пизда. Ничего не вижу, блять, в этой темной тьме. О, да, фонарик. Пригодится. Блять, просто беги, Клемочка. Беги, родная. Да беги, блять, просто беги. Беги, ебаный... Господи, Клем. Ты можешь бежать, не ползти, блять, она обратится, ты понимаешь, нет? Погоди-ка, может... С двух сторон. Ключ у Марлона. Проклятие. Блять, она уже превратилась, ёбаный в рот. Она уже превратилась. Что-то быстро она превратилась. Ой, ща будет жопа. Ой, жопа ща будет. Ой, что это там? Там... Да, это сработает. Там очень тоненькое... Сейчас у меня очко будет. Ой-о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 й
Мало ли. Опа. Опа. Блять, у меня же в животе забурлило что-то. И это не повар-хулиган. Вы чё гоняете лысого? Не надо. Это... Не выдержит. А, да ты ж кирпич взяла, блять. Она ж кирпич. А, она его выкинула, дура. Так, бегим, 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 бегим. Давай. Камон. Да чё ты, дура, делаешь? Да давай, блять, давай. Ты чё тупишь, блять, давай. Давай, сука. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Давай, блядь, давай, Клементина. Давай, блядь, давай. Твою мать, Клем. Сука. Чё нажимать? Чё нажимать? На, сука. На, сука. На, сука. Мясо-ка! Мясо-ка! Мы справились? Пиздец, мы кашу, конечно, оставили. Сейчас он на нас все сопрет, я тебе отвечаю. Блять, еще и фонарь красный. Просто лучше некуда, я тебе говорю. Я тебе отвечаю, сейчас просто на нас сопрут все. Марлон сейчас сопрет всю херню на нас. Смотри, сейчас там толпа. Вот.
Уберите от меня этого малолетнего психа. Где она? Она в подвале. Она убила Броди. Чё? Так, мать твою. Это чё, у тебя на лице кровь? Почему Броди? Может, расскажешь? Эй, Марлон! Ну как, может, пора рассказать всю правду? Клем, ты убил Броди, ты ударил ее так сильно, что раскрыл ей голову. Ты лжешь. Я видел, как ты ее убила. Что, черт побери, происходит? Взгляните, у нее руки, она вся в крови. Да боже же мой, Клем, что ты наделала? Мы спасли их, когда остальные бы бросили их умирать, накормили и обогрели, и какова их благодарность в ответ? Они угрожают нам оружием и убивают нас. Так вот, нахер их. Застрелишь меня, и кого ты тогда предложишь своим дружкам-рейдерам, когда они вернутся? О чем она, черт побери, говорит? Он сделает это, потому что нужны им живыми. Броди мне рассказал, что Марлон собирался отдать меня и Джей рейдерам в обмен на безопасность. Достина так же, как и Софи и меня дал. Боже мой! Заткнись нахер, Клементина! Пусть говорит. Броди хотела рассказать правду, но Марлон убил ее. Да ядрена мать твою перемать! Но они встретились и с этими рейдерами только потому, что Клем настояла, чтобы они пошли на вокзал. Занятное совпадение, да? Вот только я не верю в совпадение. Вспомни, Тен, она первая напала на тебя. Вспомни, как мы испугались, когда ушли взрослые. Я вытащил нас из этого кошмара. Помог нам вновь обрести уверенность. Кому вы верите, а? Какой-то дурь из горы и ее мелкому психу? Или мне? Другу, которого вы знаете? Обратиться к Вайлет? Вайлет, ты должна мне поверить. Не должна. Ты встретила всего два дня назад. Я не знаю тебя, Клем. Почти не знаю. Я знаю. Это на тебя не похоже. Я знаю, ты сильная. Не позволяй запудрить тебе мозги. Подумай, что бы сказала сделать Мелани. Она была и моим другом. Так же, как и Броди. Клем, я... Черт. Он и тебя даст, если бы ты была с ним, когда пришли рейдеры. Он бы и тебя бросил. Бабская дружба, порва нахуй. Проблемы с Вайлет, и почему я не удивлен? Отпусти пистолет сейчас же. Мы поступим по справедливости. Остановись, Марлон, подумай. Бабская дружба. Вы не понимаете. Вы ничего не понимаете. Я пытаюсь вас защитить. Защитить, блядь. Угрожая ребенку? Каждого, блядь, из вас! Как ты можешь защитить, размахивая пушкой? Броди мертва, Софи и Минерва мертвы. Хреново ты их защитил. Да заткни ты ебаную пасть. Я поступил правильно. Я спас всех, кто живет в этой гребаной школе. Если бы они вернулись, я бы так снова поступил. Что, прости? Я и не думал, что мы расходный материал. Ты сказал, они умерли. Я должен был спасти всех остальных, окей? Ты отдал моих сестер. Зачем тебе понадобилось это делать? Я верил тебе, Марлон. Он допустил ошибку. Давайте не будем, ну, его судить.
Он оказался в сложной ситуации, он поступил неправильно, но думал, что оно того стоит. Но это не значит, что он не должен заплатить за содеянное. Я хотел вернуть их, как-нибудь спасти их. Это правда, Тен. Я не смог, я испугался. Ты убил Броди, потому что она все знала? Я не хотел. Я ничего этого не хотел. Я хотел спасти их. Софи, меня рвут. Все еще можно исправить. Марлон, все еще можно исправить. Все будет хорошо. Мы все исправим. Мы поможем тебе. Мы все семья, которая у нас осталась. Мы единственная семья. Он сейчас застрелится. Он застрелится. Нет, фух, слава богу. Он сдался. Я знаю, что предал вас. Всех вас. Дайте мне уйти. И вы никогда больше меня не увидите. Позвольте мне стать дурные воспоминания. Just give me that. Please. Можешь остаться, но лидером ты не будешь. Fine. Ладно. Какого хуя, мелкий уебок? Ты чё творишь, твою мать? Эй, Джей, блядь, ебаный засранец! Придурок мелкий, блядь. Чё? Нихуя, блядь! Ты только что... Я целился в голову. Да нихуя, блядь! Взял, убил просто чувака. Просто взял и заебенил его. Вот, блядь, заебись нахуй. Я такой, значит... Я просто вот так сделал. Я просто все пис нахуй. Мир нахуй. Там вся хуйня. Сидел. Ты понимаешь вообще, что произошло? Ты понимаешь вообще? Нет, я нихера не понимаю. Что произошло? Зачем? Зачем этот мелкий дебил, блядь, забрал пистолет? Надо было его отнять нахер у этого мелкого засранца. Надо было сразу у этого отнять, блядь, пистолет. Ёб твою ж мать. Я хотел как лучше. Но мне кажется, если бы мы попытались отнять, то мы бы все равно его сами бы... То есть Клем бы его застрелила. Это жесть. Луи и 48 других игроков отправились на охоту с Луисом. 66 остальных убедили Джей спать на кровати. 78 других решили не отдавать Абелю еду и напали на него. 66% других игроков обратились к Вайлет за помощью против Марлона. Потому что бабская дружба. Вы 58 других игроков убили пару ходячих. Вы 48 других игроков отправились на охоту. Ему... Так, с разбитым сердцем. Ему стало одиноко, когда вы отправились охотиться на кроликов вместе с Асимом. С Асимом. Когда вы рассказали про убийство близкого человека, он почувствовал ваши потери. Тен был напуган, когда вы атаковали его в коридоре. Когда вы разрешили ему нарисовать ваш портрет, он подарил вам рисунок. Она была... Броди умерла. Она была потрясена, когда вы преуменьшили последствия встречи с Абелем. В смысле, она что, могла выжить? Не, подожди. Там же было бы, да, тогда? Марлон умер. Марлону было приятно получить прощение после его действий по отношению к близнецам и Броди. Он был горд, что вы доверились ему в деле с Рози. Ей польстил ваш комплимент о ее навыках. Вайолет, было очень приятно, что вы поговорили с ней в спальне. Вы смогли утешить Эй-Джей, и он заснул в кровати. Он одобрил. Вы 55% сделали Эй-Джея закаленным. Он одобрил нападение на Абеля у вокзала. Да.
Мар был рад. Марлон помог ему укрепить отношения с Рози. Руби одобрила. Короче, это все круто. Это... Но... Это пиздец. Вот, вот, знаете, что я хочу сказать? После всех этих... После третьей, по крайней мере, части, да? Четвертый сезон. После третьего сезона. Четвертый сезон. Достаточно крут. Первый эпизод был, по крайней мере, концовка бомбой. Ну, я, в принципе, сразу говорил, да, что все будет плохо. В любом случае, рано или поздно, так как сюда пришли мы. И будет полнейшая тотальная задница. Но я не думал, что будет, ну, это вот именно вот так. Эмоции это у меня вызвало кучу, бурю эмоций. Это было безоговорочно круто. Ну, что я могу сказать? Поскорей ждем следующий эпизод. Хочется уже знать, чем все будет продолжаться. Вот, проходим так, как есть. Если даже можно спасти всех, я ничего менять не буду. Я буду проходить так, как есть. Устраивает это нас или не устраивает. Но это будет вызывать именно те самые эмоции, которые бывают всегда при первом прохождении. Эмоции восторга, эмоции удивления, эмоции негодования, в конце концов. И в этом и состоит прелесть игр, конечно же, от Telltale, за что мне понравился именно самый первый сезон, когда я плакал как маленькая девочка. Надеюсь, что здесь будет что-то примерно похожее. Понятное дело, что я уже к некоторым моментам готов. Скажу вам сразу свои опасения и подозрения, что, скорее всего, в конце четвертого эпизода, в конце, да, Клем умрет. Почему-то вот у меня такое стойкое ощущение взялось, что Клем, ну, просто умрет. Трагизма ради. Почему-то мне вот так вот кажется. Потому что не зря вот нам, знаете, параллель вот сейчас привели с первой частью. Что вот типа про Ли часто стали напоминать, на больную мозоль, скажем так, давить. Еще я где-то услышал, что команда Telltale наняла сценариста, который писал первый эпизод. Который был шедевральным в своем роде. И... Просто, ну, я надеюсь, что, конечно же, меня, мои опасения не подтвердятся. Но это вот лично мои опасения. Вы можете свои доводы писать в комментариях. Я охотно с вами пообщаюсь на эту тему, потому что The Walking Dead — это одна из тех самых игр, которую я считаю очень хорошей и годной. И она стоит определенного внимания. И... стоит своих денег, и чтобы ее пройти. Это не вам какие-то там дорогущие ААА проекты, которые стоят там 3000 рублей, которые поиграл, и тебе через полчаса стало скучно. Это достаточно хороший проект, который стоит, на секундочку, 400 с копейками рублей. То есть не 2000 рублей, а 400. Это получается в 5 раз... Ну да, где-то в 5 раз в среднем дешевле какого-нибудь среднего проекта ААА масштаба. Но это, сука, вызывает у меня гораздо больше эмоций, чем все эти сраные игры, непонятные, типа вампира и прочего. Вот, ну вампир, кстати, тоже дешево стоил, ладно. Его я не буду обзывать плохими словами. Вот, короче, вот такие вот дела. У меня целая куча эмоций накопилась, и просто я немного в шоке. И мне нужно было выговориться, потому что если я сейчас не выговорюсь, это просто у меня взрыв в башке сейчас будет. Меня порадовало. Все, короче, надо заканчивать. Ладно, ребятушки, увидимся с вами в следующих видео. Но пике. Обязательно подписываемся. Обязательно ставим пальчики вверх. Обязательно комментируем, что вы думаете по поводу концовки первого эпизода четвертого сезона. И обязательно... Приходите ко мне еще. Все, ребятушки. Всем пока.